5 мая 1945 года. В течение 5 мая войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фришнерунг и заняли 5 населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Свинемюнде, крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также полностью очистили от противника острова Волин и Узедом. Войска фронта взяли в плен 4660 немецких солдат и офицеров и захватили 24 самолета и 215 полевых орудий. Войска 1-го Белорусского, 4-го Украинского и 2-го Украинского фронтов продолжали наступление. За 5 мая в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 немецких самолетов.